За 10 дней до Нового года сайт V1 и компания «Феррон», производитель лекарственного препарата «Виферон», подвели итоги конкурса «Народная аптека». Конкурс проходил на сайте V1 с 18 ноября по 14 декабря 2015 года. Его организаторы ставили перед собой задачу выяснить, по какому принципу волгоградцы выбирают любимую аптеку и какая из них по праву достойна звания «Народная». Победитель был выявлен в ходе электронного голосования, в котором приняли участие тысячи горожан. В перечне критериев, по которым волгоградцы выбирали самую народную аптеку, уважение к потребителю, готовность оказать грамотную консультацию, а иногда и просто пожелание доброго здоровья, которое клиент получает вместе с лекарством. Свои заслуженные призы от спонсора конкурса компании «Феррон», производителя препарата «Виферон», представители аптек-победителей акции получили в торжественной обстановке уютного и по-новогоднему празднично украшенного ресторана «Паулайнер». Руководство компании «Волгофарм» выразило огромную признательность организаторам конкурса «Народная аптека» и заверило, что соревновательный дух пробудил в их команде желание работать еще лучше. Я считаю, что ГУП «Волгофарм» вполне соответствует этому названию, потому что наше предприятие – это предприятие, которое выполняет все социально значимые функции в нашей Волгоградской области, предприятие, которое имеет широчайший ассортимент лекарственных препаратов, которые обеспечивают весь лечебный процесс. Мы с душой относимся к нашим покупателям, мы создаем такие условия, чтобы, приходя в наши аптеки, наши покупатели находили необходимую помощь. И в преддверии Нового года хочется всем пожелать нашим волгоградцам, конечно же, крепкого-крепкого здоровья и мира, который тема мира сегодня очень актуальна. Поэтому пусть на земле будет мир, пусть будет мир в душе, пусть будет мир в сердцах всех наших жителей. С Новым годом! Удивительно дружный настрой команды сотрудников аптек «Волгофарм» превратил вручение призов в настоящий праздник. Вчерашние соперники искренне радовались успехам своих коллег и восхищались призами, предоставленными генеральным спонсором – компанией «Феррон». Одной из главных причин своего успеха победители конкурса назвали высокие стандарты обслуживания, принятые в сети аптек «Волгофарм». Стандарты на «Волгофарме» есть. Но прежде всего мы должны любить своих посетителей и стремиться приносить им пользу. Прежде всего, аптека находится в центре города. Она существует уже почти 20 лет. Многие жители города, и не только центрального района, знают о нашей аптеке. Ну и я думаю, что дружный коллектив, который, в общем-то, сделал большой вклад в голосование. Очень рады победе. Благодарны всем нашим любимым покупателям, нашему руководству, организаторам проекта за то, что они позволили нам поучаствовать в таком конкурсе. И третье место, я считаю, достаточно хорошее место. Покупатели нас любят, ценят, и это для нас самое главное. Своей первоочередной задачей сотрудники «Волгофарм» считают грамотную работу с посетителями и искреннее желание помочь каждому из них. Удовлетворение клиента – это первоочередная наша задача, потому что у нас основная функция все-таки – это социальная. Поэтому социальные программы мы реализуем, и то есть максимально удовлетворить, чтобы человек остался доволен. Самое главное – вылечился, был здоров, профилактику ли он провел. Это самое ценное для нас в нашей работе. Именно такое трепетное отношение к работе стало одной из главных причин, побудивших компанию «Феррон» выступить генеральным спонсором конкурса «Народная аптека». В компании считают, что именно провизоры и фармацевты являются важным связующим звеном между производителями и человеком, пришедшим в аптеку. А значит, специалисты фармации заслуживают особого внимания и поддержки в их непростом труде. Месяц конкурса пролетел незаметно, и время подводить итоги. Миссия конкурса – подчеркнуть значимость и важность труда фармацевтов – прекрасно выполнена. И именно этим и ценен этот конкурс. Самый важный вывод, который мы сделали во время конкурса – это то, что специальность фармации совсем не ограничивается теоретической значимостью. Мы знаем, что в вашей работе, уважаемые коллеги, на первом месте стоит забота и сопереживание к людям, обратившимся к вам за помощью.
От лица генерального спонсора компании «Ферон» я хочу поздравить участников и победителей конкурса «Народная аптека». Хочу выразить огромную благодарность всем участникам конкурса, провизорам, фармацевтам и заведующим аптек за их непростой ежедневный труд, за качественное обеспечение аптек лекарственными препаратами и за любовь к своей прекрасной профессии. Компания «Ферон» планирует и в будущем помогать таким значимым социально-медицинским проектам в нашем регионе. От лица компании «Ферон» хочу сказать, что мы планируем в будущем помогать таким значимым социально-медицинским проектам в нашем регионе. Также хотим поблагодарить Комитет здравоохранения Волгоградской области за поддержку этого конкурса и выразить огромную благодарность организатору конкурса «Сайту В1» за прекрасную работу в проведении данного проекта. И хочу поздравить всех жителей Волгограда и Волгоградской области с наступающим Новым годом. Пожелать в первую очередь здоровья, мирного неба и удачи. Остальное все приложится.